Специалисты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций завершили работу по обновлению содержания дисциплины «Философия», реализуемой на всех направлениях подготовки в бакалавриате. Рабочее название обновленной дисциплины – «Философия технологии мышления». Ее содержание полностью отвечает формированию компетенций, закрепленных за философией в действующих федеральных государственных образовательных стандартах. И вот в обновленных вот этих ГОСах, 3-2 плюса, в списке компетенций номером один стоит, специально вам цитирую, способность выпускника осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. Согласно решению руководства КФУ, планируется в течение 2 лет осуществить переход к реализации обновленной дисциплины «Философия» во всех основных структурных подразделениях. Новый курс «Философии», он уже будет предполагать, что студент не просто осваивает некоторый контентный материал, просто что-то запоминает. Он вырабатывает определенные навыки действия, определенные компетенции, то есть приобретает готовность к некоторому действию. Это действие может быть связано с какими-то суждениями, в том числе ценностными, моральными суждениями, осуществлением некоторых выборов, в том числе повседневных, повседневной нашей жизни, как правильно совершать моральный выбор. Разработка философского курса, обучающего технологиям мышления, один из проектов, реализуемых в КФУ с 2019 года, в сотрудничестве с видным отечественным философом Петром Щедровицким. Он известен как автор философской концепции, где во главу угла поставлена методология. Одной из особенностей его школы является значительный опыт применения теоретических идей на практике, в том числе в управлении педагогикой. В этом проекте мы планируем разрабатывать отдельно различные умения, точнее методы совершенствования умений, работы с разными типами информации, разными видами того, что можно вообще сделать с информацией. Кристина Надыршина, Диана Латышева, Универ Ньюс.